к сведению, я единственный в своем роде. Ракета. В розыске за 50 с лишним угонов. Сбежал из-под стражи. Грут. Этот дуболом заделался в личные телохранители ракеты. Ракета и Грут родом откуда-то из космоса. Ракета, он енотоподобный киборг. Какой еще енот? А Грут — разумное растение со скудным словарным запасом. Я есть Грут. Но в эту фразу он вкладывает массу смыслов. У меня есть план. Что там с процентами? Не знаю, 12%. 12%? Я есть Грут. А, ну и что, что 12, не 11? Спасибо, Грут, спасибо. Енот, он как нерв оголенный. Сейчас мы выясним главное, как ты у нас переносишь сбой. Грут – один из самых странных героев в экранизациях Марвел. Да! Лично я бы на Стражей сходил. Такого не снимал еще никто. О, да. Стражи Галактики.